еще раз. Готов? Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Это что, ответ? Это земля. Прячет смерть, дает жизнь. Давай. Йорф. Если бы в Вальфхейме я знал, что я бог, не было бы так совестно поплатить. Интересный ход мысли. Ни о чем. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Богов. Правда, мы так и уйдем? Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Вот как Тюр. Его правда все любили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так есть хорошие боги? Изредка встречаются, да. Тут говорится о местах, о которых я не слыхал. Тюр любил странствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасет не сила, а разум. А еще он понимал, что знание других культур позволит ему шире смотреть на мир, чего не достичь, сидя на месте. Один вечно ревниво охранял то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра и приносили ему дары по всему миру. Так что случилось с Тюром? Один стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да, он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след не без помощи Тюра. Пропавшая путевая башня? Именно. Что бы с ней ни случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великанов. Голова и черная руна. Не знаю, никогда тут не бывал. Камень, мы на месте! Ну, конечно. Брат, это ловушка для ветров Хель. Но где же они сами? Ветра чего? Забыли сказать. Пока ты хворал, мы сбегали в Хельхейм за лекарством. Правда? Ужасное путешествие было. Но твой папаша научился кое-чему. Не без помощи Брока. И Брок там был? Потом обсудим. Скиндус моей родины. У меня самого такой раньше был. Бери его, мальчик. Да, бери. Вдруг нам когда-нибудь понадобится намазать масло на хлеб. Потому что тебя никто не любит. Go!
А эти? Мысль быстрее ветра. Решать проблемы головой, а не ногами? Вот это по мне. Все, наверное, любили, но он явно кого-то боялся. Ну, известно кого. Одина, и не зря. Мы справимся. Лучше пошевеливайся, брат. Не рады. Смотри, с каждой стороны небольшой проход, как раз для мальчика. Для отца слишком малы. Иди, не думай об этом. Thank you.
Посмотри! Что ты нашел? Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Ладно. Это из страны песков, что очень далеко отсюда. О да, там их очень-очень много. Они злые? На этот вопрос не так просто ответить. Тебя там так задело. Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого, это прямо почти извинение. Ну, наверное, тебе просто нравится бить горшки. Быть богом, а мне может понравиться. Еще помочь. Понял, иду. Я боюсь смотреть. Удачи. Те пилы были страшными. Ха-ха.
Смотри, волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. А Тюр знал о них? Возможно. Они ему нравились, растут все стенавы в изображениях. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах. Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели и делали. Может, это ее подарок? Кошмар! Смотри, ловушка на ветру. А, умно. Уходи отсюда! Не уйду! Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене! Но! Их тут три! Что мне делать? Атрей, соберись! Ты справишься! Поспеши! Я не знаю, могу ли я утонуть! Так, Хати Серебряный гонится за Луной. Сколь Золотой гонится за Солнцем. Когда они съедят Солнце и Луну, будет Рагнарёк. Но тут все перепутано. Ты молодец! Луна налево, солнце направо, Мидгард посередке. Но какой рычаг тянуть? Левый. Средний рычаг. Средний. Надо по порядку. Луна слева, солнце справа, Мидгард посередке. Тяни правый. Средний. Луна
слева, солнце справа, нитка в центре. Да. Средний. Правый. Средний. Луна, Мидгард, солнце. Луна, Мидгард. Средний. 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 Средний рычаг. Отец, нет! Ай, ну и дела. Это было умно. Руна у нас! Все получилось! Да, посмотрим, что приготовил для нас Тюр. О нет! Защитная руна Фрей смылась! Что же делать? Продолжать путь. Вот она, мы ее нашли. Сын. Вот. В день, когда ты родился, я сделал два ножа, смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя, а другой для тебя, на будущее. Теперь ты готов. Я теперь мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее, и ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Отвечай.
Я стану лучше. Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Ладно. Идем. Брейва. Пусто. Стой! Руна, ты ее видел? Да! Ты уверен? Уверен, точно! Хорошо, целься в лицо. Но мы же боги. Видал ей побольше. Ха, жалкий тролль. Да, меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша? Йорф! Наша цель так близка! Сядь! Это вино с острова Лемнос, который недалеко от моей родины. Лемнос. За окончание пути. Можно? Не тухлыми яйцами. Оно не скисло? Кто знает. Отец, почему ты оставил родину? Это из-за тех других богов? Просто ты так ненавидишь богов? Но Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты убивал только злых, да? Да. А... Вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы достойны. О,
Ты говоришь совсем как твой отец. Готов? Готов. Идем. А мне понравится быть богом. Мы идем куда хотим, делаем, что хотим, а теперь пойдем искать великанов. Да. Узнав путевую руну Йотунхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем. Скажу Синдри, что я бог. Вот у него рожа-то вытянется. Нет. Может, я хранил твой секрет слишком долго. Но теперь тебе придется хранить наш. Леонта! Я же говорил, нам нужен ключ. Прочесть можешь? Слушаюсь. Я могу прочесть. Тут сказано, что в Муспельхейме, огненном мире, находится вызов Сурта. Это ритуал призвания? Или серия испытаний? Надо будет выяснить. Наш юный бог не... Лёта! Но зачем скрывать, кто мы? Это Один любит секреты. Не лучше ли быть открытыми, как Тюр? У Тюра тоже были секреты. По своим причинам. Он хотел защитить людей. Ни к чему болтать зря. Но надо ли врать своим друзьям или родным? Думаю, Синдри бы понял. Ну что, парень, хочешь наконец увидеть страну великанов? Да, но грустно, что путь почти пройден. О, а вдруг придем в Йотунхейм, а там великанов тоже нет? Это не имеет значения. Главное выполнить просьбу твоей матери. Никуда не уходите, я уже заканчиваю. А можно ему сказать? Нет. Что сказать? Ты что, колесо облизал? О, боги, меня стошнит. Я не шучу, сблюю сейчас. Мы обсуждали семейное дело. О, а я, кстати, кое-что понимаю по части семейных дел. Дай угадаю. Твой брат не так искусен, как ты, а его работа – хлам. Ну да, все так и есть. И что? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай что-нибудь или заткнись уже. Вот как? Да! Надоело уже слушать про мелкие беды мелких смертей! Ну ладно. Обидно. Давайте лучше делом займемся. Наверное, у меня еще есть силы. Останови.
куда теперь? Опять все сломалось. Знаешь, может, Брок все-таки прав, и у Синдри правда... Почему ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду, даже горькую. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Она не богиня. Дальше я ее понесу? Нет. Почему? Мы почти дошли. Я же справлюсь. Да ну, ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучше богини. И ты будешь говорить о ней с уважением. Ну и ладно. Неси ее сам. Еще валькирия. Что нам делать с ней? Что бы вы ни решили, будьте осторожней.
мы боги? Зачем было вот... думают, что Один хочет раньше нас успеть в Йорк. Не проще было сказать, что они хотят нас убить, потому что мы боги и опасны для них. Но этого исключать тоже нельзя. Пути Одина скрытны, а его цели... Хватит уже про Одина и его семейство. Мы всегда говорили, что боги злые. Но это не так. Тюр был добрым. И Фрея. Кто злой, так это Ас. И знаешь что? Один прав. Мы для него опасны. Мы знаем, кто мы, и можем их всех победить. Но не всех. Еще не всех. Хваленый Магний нас одолеть не смог. Они не лучше нас. И еще пожалеют, что с нами связались. Сделал с Магни. Родной отец назвал меня трусом. И словами не обошелся. Катись, или мы тебя добьем. Ах ты, ублюдок. Нет. Он побежден. Не убивай его. Он заплатит за слова о маме. Я сказал нет. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Что ты делаешь? Этот нож получше, чем мамин. Ты убил вопреки моему запрету. Вышел из себя. Ты сам учил меня убивать. Нет, я учил тебя выживать. Мы боги, мальчик. И у нас есть враги. Теперь отныне до конца времен ты отмечен. Я учу тебя убивать, да. Но чтобы защищаться. И никогда для забавы. Да он все равно никому не был нужен. Какая разница? Убийство бога приводит к последствиям! Каким? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Язык свой прикуси, щенок. Как скажешь.
Пойди сюда. Неважно. Думай головой, мальчик. Если Моди нас нашел, то и Бальдер где-то поблизости. Хорошо. Мне есть что ему сказать. Ты не... Будешь вмешиваться, я сам разберусь. И ты его убьешь? Потому что он наш враг, да? Потому что он бы нас убил. Я сделаю лишь то, что будет нужно. Я помогу. Нет. А? Чему тебя учили? А, ты это мне? Я думал, тебе не по нраву мой тон. Ты же помнишь, что тут не подняться? Еще валькирия. Наверное, надо что-нибудь сделать. Не наша забота, голова. Будь осторожнее, Трей. Ты разве не это хотел сказать? Как знать.
станешь моим уроком. Я делал все, что ты говорил, а взамен хотел лишь правду. Откуда у тебя эти клинки? Ты их прятал. Ты говорил об убийстве Бога. Ты убил Бога этими клинками? Кого ты убил, Дамагни? Скольких? Ты слышишь? Я тебя слышу, но это не темы для беседы. Не испытывай мое терпение. Ладно. Эй, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. А-а-а. Поздравляю. Что тут сказано? Сказано, не буди его. Да ладно, мы убили всех, кого встретили в этих горах. До следующей.
братья, берегитесь. Впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. А, правда? Ну, и как все было? Ты вернешься, когда тебе что-нибудь понадобится. Yeah!
Но хватит вам! Молчание уже давит на нервы. Не мешай нам настраиваться.